мои подписчики, гости моего канала, всем доброе утро. Выпустила. Вчера они у меня целый день были закрыты, меня дома вчера не было. Все мое хозяйство было закрыто. А теперь сегодня у них воля. Ой, господи, смотрите, вот машут, машут крыльями, разминаются они у меня. Ой-ой, разминаются мои сладенькие. Федька! Федя, где мой Федя? Где мой Федя? Федьку потеряли. Где Федька? Федя! Сейчас Федя выйдет. Он меня, когда слышит, сразу выходит. Вот, вот все родительское стадо, все гуси, вот эти вот индюки, все у меня остаются на будущий год, на потомство. Федька! Что такое? Что такое? Где моя одиночка, кстати? Где моя одиночка? Я ее уже сейчас уже потеряла, так как она уже со всеми уже сейчас... Федя! Вот Федька! Федя! Вот мой красавец, вот мой Федоза, Федоза красивый мой мальчик. Это вот и есть мой Федька. Да? Но все-таки, естественно, важнее воли ничего нету. Видите, все свободные. Выпустила. Ой, крыльями машут. Кто машет? Кто прыгает? Смотрите, ой-о! Какие все счастливые, какие все довольные. Так что такая вот у нас деревенская жизнь. Да, мои вот мои индюшечки, мои красавицы, мои куколки, вот они. Кстати, все живут вместе, никто никому не мешает, никто не теребит друг друга. В плане, если разная птица, хоть водоплавающая, хоть какая птица, они все вместе живут. Так что вот, всем пока.